Привет, мои дорогие! Вы на канале Путин Брач, и я ведущая Ирина. И сегодня на кухне хостела, в котором я проживаю со своей семьей в эвакуации, я хочу приготовить пшенную молочную кашу. Вот такую кашу именно из детства. Рецепт не мой, сразу скажу. Это рецепт одной женщины, которая тоже здесь живет. Она ее готовила, я у нее подучилась. И, конечно же, хочу поделиться этим рецептом с вами. Каша получается, ну, очень вкусная. К тому же, она еще и очень бюджетная. На 2 литра каши у нас всего идет 1 литр молока. Итак, давайте приступать. Да, забыла сказать, эту кашу я готовлю не на 30 человек, потому что молочное у нас не все любят, у нас будут еще другие там. Каша, сосиски, что-то еще я хочу придумать, может быть, нарезку сегодня. Ну, а для вас я приготовлю кашу и научу, как ее готовить действительно вкусно. И для приготовления нам понадобится 300 граммов пшена, 1 литр молока я отсюда отмеряю, 1 литр кипятка, кстати, можете его заранее уже ставить кипятить, 6 столовых ложек сахара, но тут регулируйте по вкусу, может быть, кому-то много, кому-то мало, вот мне как раз 6 достаточно будет. И, конечно же, чтобы отделить сладость, я возьму щепотку соли. Итак, давайте приступать к приготовлению. И в первую очередь нам нужно хорошенечко промыть пшено. Высыпаем пшено в мисочку. И в холодной воде промываем столько раз, сколько понадобится, чтобы смыть вот эту мучнистую пыль, чтобы вода у нас стала прозрачная. Сливаем. Но обычно у меня на это уходит 3-4 раза. Можно еще, конечно же, замочить пшено в кипятке, чтобы убрать прогорклость, но у меня пшено не горклое. Поэтому я этого делать не буду, пропущу этот этап. Достаточно будет промыть просто в холодной воде. Пшено высыпаем в кастрюлю. Заливаем литр кипятка. Включаем плиту на максимум. Даем пшену с водой закипеть. Когда появились первые признаки кипения, делаем огонь средний, я поставлю на 5 из 9. Накрываем крышкой и варим в таком состоянии 15 минут. А на другой конфорке подогреем пока молоко. Литр молока выливаем в кастрюльку и доводим его до кипения. Да, кстати, не сказала, молоко можете взять любой жирности, которая у вас есть в холодильнике или которая вам нравится. У меня сегодня 2,5% жирности. 15 минут у меня уже прошли. Пшено, посмотрите, как уже сварилось у меня, увеличилось в объеме, вода практически выпарилась. И теперь можно заливать кипяченым молоком, кипящим. Сразу добавляем сахар. Щепотку соли, конечно же, размешаем. И теперь, не накрывая крышкой, варим еще 10 минут. Каша у меня уже готова. Она средней консистенции, не густая, не жидкая, как раз то, что нужно. Можно снимать с плиты, насыпать и пробовать. По желанию добавляем кусочек сливочного масла. Немножечко даем остыть, ну и, наверное, подуем и попробуем. Горячая, но очень-очень вкусная каша получилась. Спасибо моей соседке по хостелу, которая меня научила. И я просто не имела права с вами не поделиться таким вкусным рецептом просто из детства. Знаете, вот как бабушка готовила из печи. Вкус тот же. Если вам, друзья, понравился мой рецепт, обязательно его приготовьте. Поделитесь им с друзьями, ставьте лайки. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте обязательно на колокольчик. Я же с вами прощаюсь, желаю всем мира и добра. Всем пока-пока, всех люблю, целую.